значит, голубоватость. Оп. Заляпаешь сразу. А бумага очень трудно оттирается, эти пятна будут мешать. Ты пока его в стороне, потому что тебе нужно пока просто голубой накидать. И сейчас ты будешь наляпывать. А для того, чтобы бумага не... Ну, с фотографии легко стирается, с этого нет. Это пятно уже будет портить вид. Зашвырять холст. Зашвырять можешь сразу с настроением моря. Вот с этими настроениями. Хорошо? Угу. Зашвырять. С густинкой, с густиночкой, не без густоты. Вот эти цветовые вгонишь. Можно плюс коричневильца. Тем, что оно вписывается в голубое, оно сразу становится цвета мокрой. Мокрой поверхности. Поэтому хорошо, что мы голубым закрасили. И вот до той поры наберешь. Рисунок. Сначала можно набрать поиск рисунка, рисунка осуществить так. Призрак фигуры. Набрать призрак фигуры одной, призрак фигуры другой. Призрак. Но прежде чем мы этот призрак начнем превращать уже в очертание, мы пока кинули идею призрака, то есть ты ее немножко усилишь, эту идею призрака, и продолжишь вот изыскание моря. Да. Угу. Давай, только возьми себе маленький носитель там, и продолжишь. О, вот это, вертикаль, не косое вот это, а раздавленное вот это, раздавленное в горизонталь. Вертикаль, раздавленное в горизонталь. Ты согласен, что вот она волна? То есть не вот это категорически. Мало того, нарядный цветик протащить туда. Желтотик. Согласна? Да, давай. Это глаз даже будет. Выдавливайте краску, если видите, что я подхожу, а у вас на палитре нет ничего. Давай, выдави краску. Обрати внимание, что там очень выражен струнный характер. И море вообще часто, чаще, чем не струнный характер. Кроме уже такого бушующего, как у Айвазовского, в основном струнный характер этих полос. Только передний план крупной волны обычно не струнен. А так это все полосы. Даже эти густоты, посмотри, как хорошо ложатся, да? Прям вот живенькое такое становится. И сами пены, вот это прямо устроило целую историю, а там все намного проще. Это тоже пены, это тоже струны. Надо их. Слишком ты их там расчесала. Чуть-чуть с каким-то вертикальным заворотом. Но струнный характер выражен. Прикольно? То есть оно очень простое, посмотри, ну, буквально как пельмени слепил. Нагустил краски, пообрезал там этими мазочками а-ля лодочка. И вот эти направления. То есть схема очень простая. Вертикаль в правильном направлении, не в странном, а в правильном. Снизу подрезанная вверх горизонталями. Причем, видишь, не побоялся густой краски, а она там сидит хорошо, звучит, могуче. Так видно, что художнику это давалось легко.
Так, немножко подшвырнем разбела вот этих под ногами змеек. Пощупаешь змейки, mm-hmm. хорошо? Тоже попробуешь mm-hmm. вот эти звуки. Ну и снова возвращаемся к девушке. И молочнее. Ее платьице стремится к середине, но не доходит до середины. Обязательно. И узость ее, узенькость ее удерживает. Значит, призрачек создашь, зауженный призрачек. Головочка стремится к середине и стремится к верхней части. То есть это можно, конечно, деликатно еще в домашних условиях, деликатно смотреться к этим соразмерностям и очень деликатненько из тонкоты призрака расширяться до нужных пределов. Но лучше удержаться в узости, потому что уточняем мы всегда, увеличиваем, расширяем чрезмерно. Тогда вот это есть, возьмешь. Где-то волосы возьмешь. Фиолетовость, то есть розово-голубой мотив платьица. И начнешь укладывать. Хорошо? Угу. Давай так. Рыжит, розовит. Насадить этот цветичек. Вот он. Идея ягодки на свет. Чтобы понять, что такое идея ягодки на свет, конечно, лучше всего попробовать дома сделать копию винограда с голландского натюрморта. Тогда сразу станет понятно, что имеется в виду ягодки на свет. Но, тем не менее, даже вот этот очень нарядный цвет уже выражает идею ягодки. Правда? Угу. Опять же, почему пальцем, а не кистью? Я только пальцем кладу. Потому что палец не перебарщивает с густотой краски. Почему сейчас уложим мазочки мастихином? Потому что мастихин, раздавливая краску, дает блистательность цвета. Именно блистательный характер дает. Раздавленная краска лежит блистательно. Прикольно? Значит, поукладываешь теперь светлотики. Ну и вот эти цвета. Если найдешь, здесь может быть где-то валяется фиолетовая. Ну, конечно, трудно ее будет найти в этой. Ну, либо тогда ультрамарин задействуешь, разбелик ультрамарина с чуть-чуть розовиночкой для вот этой синеватости тени. Хорошо? И немножко бреющий характер, бреющий, он дает складочность некоторую. Ну и светлотики оранжевят, желтят, розовят, уложишь их. Давай так. Вот здесь я просто такими звуками. Не-не-не. Это должен быть хороший поступочек. Разве там такой ответственный рисунок? А посмотри,
как можно проявить себя. Вот лучше прояви себя. Ни в коем случае не моделируй этими штучками. То же самое и здесь тоже. Поступочек взяла и какой-то совершил. Пусть лучше будет приблизительно, но зато будет шиком. Аж поднял лопаток. Вот сюда. Классно. Светик немножко с боковушечки у него. Потом кисточкой немножечко доиграешь этот светик. Есть светик. Да, дать. И ты хотела дать контраст света и тени, не дала. А дать прямо внятный контраст. Зазвучало, да? Хорошо. Вот сразу появилось это бедрышко. И это же бедрышко. Да, давай, до свидания, приезжай. Ого. Шляпу ленцую уложить. Тень от молодого человека тоже поставить. Давай. Положишь? Потом просто протащишь. Да, потом просто протащишь туда полосочки. И будет он у нас Маричка. Хорошо? Угу. Сначала положишь еще раз светлый, причем с рыжевичкой. Угу. И почертишь. Оно, да? Что-то такое. Чем не обязательно из этого прямо... Да, я согласна. Праздник геометрии устраивать. Хватит вполне и... наброскового характера. Прозрачненький, такой красноватенький характер. Опять же, как ягодка на свет. Художники вообще любят ушечки делать аж очень красным. Уклончичек, вот этот уклончичек головы вниз. Вот он такой. Если тебе холодно, если что, можешь... Нет, чуть-чуть. Нет, нет, мне не холодно, это у меня уже аллергического характера. Какого? Аллергического. Залучилось тебе все. Внятная отделенность света от тени. То есть можно, конечно, вот так поукладывать, и желательно, но это же должна быть граничка. Граничка должна быть. Согласна, да? Потому что без границы это слабо. Вот такое. А потом начнешь перегораждать вот этими мазочечками, чуть-чуть оставляя и настроение отраженности. Его тоже отразить, потом перегородить. Давай так. Вкусно. Чуть-чуть не добрала вот этого настроения. Как бы темноватого. Хорошо, здесь брызгочки, но я вот все-таки, чтобы теневая прозвучала. Ножичку уложишь. А, ножичка уложена. Да, ну хорошо, хорошо. Все. Так, перегораждаем.
подтверждаем. И еще пару прикосновений такого характера. Чуть направление задать все-таки туда. Так же, как и вода, все оттуда к нам. Лучше так сразу стало, да, вот эта направленность, она нужна. Он как бы боком стоит к пляжу. Пляж идет как бы вот в том направлении, поэтому есть боковая косая движение. То есть это не потому, что он такой хитрый, додумался до нее, а потому что он стоит вот по такой траектории к этому месту. Свет где? Я еще не положила, у меня столько далеко. Краснота, смотри, какая там хорошая краснота. Ты видишь, он все снабжает краснотой, и оно звучит. Теперь по ободочку каким-нибудь цветиком уже зазвучит. Хорошо, остренько уже эллипсно сделала. Даже теряющийся мотив руки будет очень уместен, пропадающий. Так, ну ножичку подсунешь, да? Ее ножичку уже. Что у нас тут еще интересного? Ножичку. Ну, красненькую, да. Здесь, а, вот. Ты ниже, да? Ну, хорошо, да, ниже, правильно. Ага. Просто чуть-чуть, ага. Просто под... Боишься розового, да. Боишься вот этого нажатия цветового. А оно здесь так уместно. Мало того, он еще и отразил эту ножичку чуть-чуть. Вот она еще и туда пошла. И вместе там все красивенько. Он, смотри, что сделал. Тенистое создал под ней. Есть такое, да? У него тоже прибавило красоты. Вот так вот. Может быть, чуть-чуть какая-то складочка усложнит эту линейку. Зигзаги ухода, да? Зигзаги ухода. Под ножичку он прямо подложил тенистость активную. Акцентно, да? Типичный силуэт ноги женской, бедро, расширение, да, здесь, и тогда уже мы очень хорошо узнаем женскую. Как-то ты пожалела сюда коричневиночек все-таки
Я понимаю, что он блондинчик. Нет, я просто к тому, что я еще не знала, как сделать. Ну, ребятки, если честно. Даже, ну, в общем, любые волосы светлые все равно нуждаются и в теневых поддержках. Просто я волосы никогда вообще еще не делала, я побоялась, знаешь, что-то с ними делать. Даже самые блондиночки, все равно у них темности есть в волосах. Почему блондинки красят корни волос теплый цвет? Что чисто по-женски вот проследить здесь эти укладочки и более аккуратненько их, но не переполосать, чтобы все-таки змея червевидное состояние не возникло. Перекресток пальцев. Тёк. Ну, смотри, если где-то еще найдешь что-нибудь интересное. А так больше я не знаю толком. Колеса вот тут. Сейчас уже хорошо чирисую. Давай одним чирком. Чирком, ага. Шляпа тоже много, почему просто ничего, да, правда? И что-то такое. Ладно, я там внизу подрисую сейчас. Сейчас. Только какие-то детали. Там. Как бы идея толщины и некоторой полосатости. Тень от руки.